Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Unkillied. Так, давайте посмотрим, что у нас в этом сундуке. Ну-ка, порадуй папочку. О, уже что-то. Так, эпичные данные. Шериф, помощник редко и обойма ракет. В принципе, неплохо. Так, что у нас тут? Давайте-ка зайдем, наверное, в операцию перестрелка. Мне нужно здесь забрать реворт. И заодно как раз мы с вами сможем улучшить своего бойца. Так, по-моему, мы с вами там по максимуму раскачали, да. И теперь, я думаю, знаете, что надо нам сделать? Скорее всего, вот это вот. Чтобы союзники со временем восполняли себе здоровье. Сколько мы миссий из-за этого проигрывали. Так что, надеюсь, больше этого не повторится у нас. О, да, мы получаем с вами 23 ранг. И 80 голды нам подкинули. И отправляем заодно сразу своих ходоков на вражеские базы. Сюда. Где еще? А, вот. И сюда. Ну что, тут мы вроде бы как все сделали. Давайте продолжать. Карточку забираем. Что нам тут достанется? 160 голды. Да, деньги нам сейчас нужны очень сильно. Ну что, пойдем, наверное... Слушайте, спецзадание. Да нет, там мне делать нечего. Давайте на сюжетку. Сотая миссия у нас с вами на кону. Улучшить попробуем. Хватит? Нет, 40 тысяч нужно. Не хватает буквально 5 тысяч. Жаль, конечно. Но некуда деваться, наверное, будем так пробовать с вами пройти. Показывают нам картинку шерифа, а может быть помощника. Он выживет, но мне понадобятся бинты. Ищи, Скуби, ищи. Зашибись, да? Меня назвали только что Скуби. Скуби-ду, я так понимаю. Но это уже все потом. 33 медикамента нужно собрать. Как видите, зомбари опять лезут с разных сторон, что усложняет мне жизнь. Тихо, толстый, лезет он. Есть неплохой вариант, ребят, знаете, что мы сейчас будем? Наверное, мы вот здесь вот их побьем, малька, да? А ящички просто-напросто будем здесь собирать. Во времени, конечно, вряд ли мы уложимся такими темпами, но все-таки как вариант это может прокатить. Потому что оружие у меня слабенькое. Как видите, разбирать мне приходится их очень долго. Перезарядка, как всегда. Вау. Так, спикопс 2 из 7. Блин, я хочу фиолетовую пуху себе, хотя бы одну. Неважно какая. Главное, чтобы она у меня была. Да, еще я заметил, что с вот этого наведения у нас как-то намного быстрее зомбари рассыпаются. Все-таки не зря мы это дело прокачивали. О, еще какой-то у нас там чертеж упал. Надо глянуть. Эй, что-то мне не дали ни шиша. Не-не-не-не-не, ребят, смотрите. По-моему, сейчас пойдет какой-то босс. Или нет? Не, наверное, показалось. Это просто обозначалось приближение. Хотя нет. Оу, ну клон, здорово. Давно я с тобой не встречался. Не рычи, не надо рычать. Так тебя расколбашу. Сосунок ты этакий. Ну что, архаровцы, 12 медикаментов нам осталось подобрать. Во время, нет, не уложимся, 6 секунд там осталось. Печалька. Так, вот эти вот сейчас доберем. Блин, еще 8 штук. Где, где, вот он, ё-моё, упустил малька. Да что такое-то? Слушайте, они идут здесь бесконечно. Тут нету, как говорится, варианта их всех перебить. Ха, толстый сдвинул худого. Кстати, шин меня там прикрывает, между прочим, вы заметили? Как только, вон, видите, стреляет. Как только зомбари чуть-чуть ближе подходит к этому к раненому, она включается в бой. Что есть хорошо. Ну. Так, два. Все, ребята, сейчас вот эти вот собираем. Отлично. Даже шикарно. Ну что, надеюсь, мы помогли нашему больному повстанцу. Одно задание, конечно, не успели сделать. Ну и дай бог с ним. Ничего страшного. Я уже, как говорится, свыкся с тем, что мы обычно выполняем одно задание. А тут две звезды как-никак получили и деньжат 320. Ух, хорошо. Давайте с вами продвигаться далее. Говорить можешь? Кто с тобой это сделал? Настоящие патриоты. Мы же не можем просто так сидеть. Нужно хоть что-то с этим сделать. Это было выверено и четко. Нам пора сваливать. На кого они работают? Послушайте, я вычислила их базу на Таймс-сквер. Пора разобраться с этими ублюдками. Ха, вот оно что. Мы все ближе и ближе с вами идем к развязочке этой сюжетной истории.
101 миссия на кону. Давайте-ка приступать. Ё-моё, томагавк вообще слабый. Вы посмотрите, сколько нужно мощей. 1363, а у меня 570 всего лишь. Ну и аптечки нужно, да? Где, подожди, аптечки. У меня ни одной не осталось, а нам они пригодятся. Да, возьмем боекомплект сразу. Ну, вроде бы как готовы, снарядились. Подождите секунду, давайте-ка посмотрим, может что-нибудь можно взять другое. Нет, ничего, к сожалению. Шин, какого черта ты забрала доктора Приона? Чтобы защитить его, ты все еще веришь командованию? Я никому не верю. Они требовали загрузить данные Приона? Нет, велели не выгружать их в сеть. Подумай, что это значит на самом деле, Джо? Вернемся к нашим баранам, берите оружие. Настало время расплаты. Хе-хе. Да, давно у меня руки чешутся навалять им хороших пинков. Опа, смотри, смотри. Оп, готов, охламон. Ну что, огурчик, валяйся там. Ну же, Рэй, у нас есть вертолет. О, вот это хорошо. Проклятие, топлива нет. Вот бы побольше солнечных батарей. Рэй, найди топливо. Ну, началось. В России утро. Знакомая ситуация, знакомая история, ребята. Нужно нам... Ага. Одна канистра есть. Так, наведение. Хорошо, что они все пока вдалеке, но их очень много здесь. Как, в принципе, и обычно. Ладно, сейчас, ребят, мы с вами канистрочку-то эту положим. Вы посмотрите, какие вывески у нас тут висят. Shadow Gun, в которую я играл. Также у нас там Dead Trigger. Картиночка была. Ну что же, ты довольна? Ай, елки-палки, тут, оказывается, нужно еще две канистры. Я обрадовался, сейчас, думаю, полетим. Босс! Ё-моё, только тебя мне не хватало. У меня 4 обоймы есть. Давайте выпускать. Так, добьем. Отличненько, все, готов, охламон. Не такой уж он и сильный. В данный момент... Идите отсюда. Мне нужно пробиться к канистре, а меня тут зажали. Вот эти упыри. Ну, хорошо, что винтовочка у меня пока работает на ура. Мы здесь с ними, в принципе, справляемся тоже довольно неплохо. Давайте пробежим. Эй, подожди, что-то заплутал. Ребят, заплутал я. Я еще и не в том направлении побежал, а? Вот оно, что значит, когда сбивается у нас направление. Так, давайте пробежим здесь. Они все равно идут все за мной, так что положим всем скопом их здесь. Все, осталась одна канистра. Вот так, прицельным огнем сейчас их будем здесь жарить. Блин, там, смотрите, какой-то у нас чертеж упал. Я должен его подобрать, мало ли там что хорошее будет. Ага, тактические томагавки. Уже 6 штук из 16, это хорошо. Ладно, 43 метра, ребята, до следующей канистры. Я так понимаю, нам нужно... А, нет, сюда все-таки надо повернуть. А, вот она лежит. Вижу я ее. Хорошо. Ну что же, задание у нас здесь довольно такое легкое получается. Мы должны вот эту вот последнюю канистру сейчас донести до вертолета. И на этом миссия, наверное, закончится у нас. И если какой-нибудь там ублюдок очередной не вылезет. Ну, давай проверим. Ага, впечатляюще. Все. И мы куда-то с вами рванули. Оу. Я ни одного задания не выполнил. Ну да, стандартная одна звездочка нам достается. Печалька, но ничего с этим не поделаешь. Да, денег мне как раз нужно многовато. Я же еще должен себе автомат этот улучшить. И достается нам здесь набор оружия. Кстати, вот это тоже неплохо. Переходим на 102-ю миссию и, как обычно, будем обороняться. За минуту 25 секунд завершить. Попробуем. Помедленнее, ребята. Да, здесь могут быть патрули. За стволы, жвачка для пафоса у тебя есть? Незаметность, Рэй, я же ниндзя, забыл? Да я тоже в хищника сейчас превращусь. Все шутят, а, шутнички. Блин, хочу такую базуку себе. Эй, внизу, патруль патриотов, бей их, Рэй. Ага, все, я понял. Ну, с такой-то пушки, я думаю, я их быстро раскромсаю. Рэй, сбивай вражеские ракеты пулеметным огнем. Да это уже понятно. Я еще в первый раз ощутил на себе. Так, главное это... Ах ты, черт, пропустил маленько. Да что ты...
Блин, я просто хочу вначале с одной тачкой завязать. Готово. Отличная стрельба, почти как Джейд и ее ножи. Не знаю, кто такая Джейд. А вот этот вот фургончик мы должны с вами разбомбить. Ну-ну-ну-ну, осталось чуть-чуть совсем. Все, взорвали грузовик Ядрени Фени. Ух, какая короткая была миссия. Успех, конечно же. Мы, наверное, уложились с вами в минуту 25 секунд. Сейчас посмотрим по звездам. Раз, два, три. Отлично, very good. Ну что ж, продолжаем. Сейчас получим карточку и перейдем на 103-ю миссию. 100 голды. Ну что же, отлично. И сейчас еще почитаем при всем при этом. А ну-ка. Две пташки и один вертолет. Во время своей службы я творил много безумных вещей. Как-то я спускался на веревке с горы, пока над моей головой взрывались самолеты. Никогда не думал, что буду летать на Таймс-сквер и расстреливать бронированные машины. 10 тысяч еще при этом нам дали. 14 выстрелов в голову. Хм, ну что ж, я попробую. Хотя почему-то сомневаюсь, что у меня это все получится. Нужно зачистить остатки ходоков и обезопасить зону. Да проще пареной репы. Смотрите, у меня какой классный пулемет. Нет, это автомат. Да, мне нравится, с глушаком что ли. На картинке выглядит именно так. Ох, как мы их тут рвем. Вообще сосунки они для меня сейчас. 50 патронов в обойме. Хорошо. Так, тихо, кто-то прет. О, миноносец. Ну давайте. Воу, вообще разобрался на ура. Так, убить проклятых зомби. 20 штук, уже 18. Кто там помогает-то мне все, а? Шин опять, наверное. Смотри-ка, смотри-ка, они уже поперли через бордюры. Вот так вот им всем. Так, вот это надо подобрать обязательно. М240G. 14 чертежей. Еще два, и у нас эта пушка появится. Так, нечего подходить. Засранцы мелкие. Ну сколько? Ага, еще 4. В принципе, все легко и просто. Так, и вот этот будет жирный последний. Превосходно. Зомби-инфекция. Ах ты, елки-палки, в голову-то я совсем забыл стрелять-то им. Ну ладно. Две звезды, и то хорошо. Блин, вот такая, смотрите, винтовочка довольно неплохая. Мне нравится. Особенно нравятся ее скины. Кастомизация это называется. Ну что же. 104-я миссия. Так, что мы здесь с вами получим? О, аптечка. Аптечки нам нужны. Сейчас, кстати, я намного больше пользуюсь и аптечками, и этими ракетами. Ну, вы, наверное, уже это сами заметили. И только лишь благодаря тому, что не могу просто-напросто я себе добыть хорошее оружие. Так, ребят, давайте, наверное, вот это мы с вами изучим, чтобы нам доставалось больше опыта за каждую миссию. Будем с вами не так, так опытом брать. Поехали. Приступим. Кстати, да, скоро у нас откроется новая зона. Рэй, прикрой, пока я обыщу грузовики. Должно быть внутри разведка патриотов. Хорошо, как скажешь, Шин. Я постараюсь. Отличненько. Так, 8 двойных выстрелов мне нужно сделать. Ой-ой-ой-ой-ой. О, тихо, куда лезешь? Все-таки задел ее, а. Здоровье должно быть у нее полным. Но вы не забывайте, что мы... Ох, промашку опять дал. Щит. Мы с вами изучали, чтобы у моих вот этих вот союзников здоровье восстанавливалось быстрее. Сейчас мы заодно и проверим, как это будет. Пока у нее довольно прилично много здоровья отнято. Вот так. Хорошо, еще 5 раз. Куда ты пошла, Шин? А, другую машину шмонать? Ладно, хорошо. Шмонай, мне нужны вот такие. Оу! Хотя нет, смотрите, попал. И здесь должен. Ага. Блин, потихоньку-потихоньку, но восстанавливается у нее здоровье, это хорошо. Так, давайте-ка вот здесь вот. Ну что, еще одно такое убийство. И, в принципе, все будет на мази. Единственное, что я боюсь, у Шин здоровье, наверное, не восстановится. Хотя нет, зомбари прут. Иди отсюда, мешаешься только нам тут. Мешаешь получать разведданные. Хотя нет, смотрите, я вижу, у Шин здоровье вообще поправилось. Пошел отсюда, с дубиной с этой ходит здесь. Эй, тут что-то есть. Так быстрее бери, Шин, ё-моё. Воу-воу-воу, куда она побежала? Куда ты побежала, Шин? Роднуля, вернись. Я все тебе прощу.
Хе, ну зато мы получаем с вами 3 звезды. Нет, действительно, куда она ломанулась, я не понял. Хе, опять какой-нибудь очередной кидок от нее? Давайте мне мои законные бабули. Так, что тут у нас? Голда, сколько штук? Ну-ка, показывай давай. 30, ну это мало, конечно же. 105-я миссия. Ух. Так, а что у нас там черепок? Я уже забыл. Вот так мы с вами пойдем. Ну, ага, можно улучшить, точно, точно. Давайте-ка мы сделаем с вами уменьшенный вес. Вот так вот. Ну, 1520, мы, конечно, не дотягиваем. Можно будет еще одно улучшение сделать, но 40 тысяч, как видите, у меня нету. Да и фиг с ним, в принципе. Как говорится, была не была. Проклятие, эта сумасшедшая исчезла опять. Джейд бы гордилась. Кто такая Джейд? Обернись. Скай, загружай данные, готовься. Принято, получаю. Хм, нет, Шин все-таки у нас, с нами. Не понял юмора. Это типа сейчас будет босс, что ли? Рэй, еще один мегазомби. Да я вижу, Скай. Да он еще и непробиваемый нафиг. Ты посмотри. Эй. Так, вообще даже под адреналином не берется. Ну-ка. Ну уже что-то. Последняя обойма, ребята, у меня. Хрен там. Ну, поди ты. Фух. Ну, клон ДНК собрано. А, и все, что ли? Понятно, все, я теперь запомнил, что когда у нас миссия с черепком, это означает миссия именно с боссом. Ну что, ребята, со спокойной душой идем с вами в новую локацию. Так. Анализирую все данные. Что за чертовщина? Скай, я не люблю секреты. Это приказы от кого-то под кодовым именем Альфа. Штаб. Я же только шутил о заговорах. Я не хотел, чтобы это было правдой. Нет, но координаты одинаковы. Одинаковы с чем? С координатами, по которым Уэйн обнаружил генерала? Ага. Ну-ка, что это за эпик-карта? 300 голды. Ну и еще, конечно же, ребята, мы чит-конем с вами. Новое достижение, ну-ка. А, все, понял. Я думал, что карточка, но не тут-то было. Мертвый мясник нас вполне устраивал. Убей меня дважды, детка. Уверен, когда Джим Моррисон сочинял песню, он думал далеко не о таком. В этот раз мясник был почему-то сильнее. Уверен, у генерала еще много козырей в рукаве. А меня интересуют только бабки. Ну что, заходим, ребята. 7-я зона открывается для нас и встречает нас с распростертыми объятиями. Вот что у нас здесь будет. Уже мега-зомби, золотые, ё-моё. От штаба все еще ничего? Да, нужно больше времени, чтобы проанализировать данные. Мне нужно срочно встретиться с сопротивлением. Возьми вертолет, на нем стоит крутой пулемет. Почти такой же крутой, как мой потенциальный отдых. Все шутишь. Неужели мы сейчас будем на вертолете с вами рассекать? Таких миссий еще у меня не было здесь. Да, по ходу дела. Так, внимание. Сколько, елки-палки. Почти на 1000 мощей мы отстаем. И я так понимаю, мы сейчас будем с вами здесь отстреливаться. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут будет поджидать. Впереди сопротивление, будьте начеку. Нет, это мои. Ну что, вроде пока нормуль. Черт, как же я рад тебя видеть, дружище. Я тоже. А вот то, что у меня получается еле-еле с зомбарями справляться, вот это далеко не радостная вещь. Оу, ты посмотри, что происходит. Кто там? Блин, помощник шерифа вылез. Слушайте, надо его быстренько расколбасить. У меня есть что-нибудь? У меня кроме адреналина ни хренашечки больше нету. Ох, сейчас, я думаю, моему сопротивлению будет здесь жарко. Ай-яй-яй. Сейчас завалят его. Блин. Ребята, другого варианта не было. Только под адреналином. Ну, давай. Тактические томагавки выпали. Все. Блин, я даже не купил перед боем, ребята, эти ракеты.
тупанул. Ну хорошо, шерифа мы должны здесь разбомбить. Главное, чтобы у меня этот не отдуплился, напарничек мой. Ну что, перезаряд... Так, оживляем нафиг. Фиг с ним, как говорится. Все, нет, нет, не все. 40 секунд еще надо прождать. Полузащитник. Первую карточку получили с вами. Из 12. Слушайте, я надеюсь, что больше никаких олухов здесь не пойдет. Очень-очень слабый у нас пулемет с вами. Я не знаю, вряд ли мы как-то с вами дальше-то пройдем, если такие миссии будут. Хорошо, что они хоть еще стреляют. Нет, 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 только не ты. О, он еще и побежал. Ох, ничего. Ребята, я думаю, что все, это жесть. У меня ничего больше нету, ни адреналина, ни ракет. 2 секунды, ну, время, время, есть. Удивительно. Эй, почему миссия не завершается? Так, я приземляюсь, приземляюсь, приземляюсь и... Нет, ребята. Вы прикиньте, а? Вы прикиньте, он просто его заколбасил. Они не рассыпались, как обычно. А он просто его замочил, и все. Я вообще ничего не сделал. Да, ребята, кисло дело. Ну что ж, тогда давайте на этой нотке мы будем с вами завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть. Ну, а для этого мне, конечно, нужно накопить еще денежек и купить пулемет или хотя бы ракет, чтобы я мог справиться с этим мясником. Ну, а дальше уже будем продолжать. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до скорых новых видосиков.